Молдавия посетила немецкий посол. Это ее первый визит в Тирасполь. Дипломата принимал президент Красносельский. Были встречи и в Верховном Совете. Главная тема – переговоры с Молдовой. Но было и кое-что необычное. Посла Германии, к примеру, заинтересовала система дуального образования в Приднестровье. Первый визит в Тирасполь немецкий посол Маргарет Юбер посетила Приднестровье. Первая встреча с президентом Красносельским. Говорили о переговорном процессе. Тут без особых изменений. Молдова по-прежнему не выполняет подписанные соглашения. Проблемы не решаются. Тем не менее, возобновить диалог в формате 5+2 необходимо, говорит президент. Германия всегда играла важную роль в молдо-приднестровском регулировании. И именно Германия ставила такой хороший яркий след под названием «Берлин Плюс», когда в 2016 году при посредничестве именно председательства ОБСЕ Германии нам удалось подписать ряд договоренностей, протокола договоренности с Республикой Молдовой. До сих пор данный пакет не потерял свою актуальность, но, к сожалению, на сегодняшний день в основном данной договоренности не исполняется молдавской стороной. Германия и ОБСЕ ценят сохранение стабильности в этом регионе. Я бы хотела принять участие в процессе и помочь в поиске выхода из ситуации. Главная цель – мир и стабильность. Еще одна цель моей поездки – познакомиться с экономической активностью в этом регионе. И меня радует, что немецкий язык продолжают преподавать и изучать в Приднестровье, в университете в частности. Немецкого посла заинтересовала приднестровская дуальная система обучения. Это когда больше практики на предприятиях, меньше теории. Дипломат планирует посмотреть, как все это работает на месте. Дальше встреча в Верховном Совете. Здесь тоже говорили о переговорах и проблемах в отношениях с Молдовой. Говорили о тех трудностях, озабоченностях наших граждан, о нарушении прав наших граждан, несмотря на подписанные базовые документы с Республикой Молдова. И возникающие вопросы не разрешаются. Это проблема сегодня, ее надо решать. И госпожа посол сказала, что в рамках своих компетенций будет стараться активизировать диалог между Республикой Молдова и Приднестровьем. Приднестровье еще раз заявило о своей позиции. Решать вопросы и проблемы нужно только за столом переговоров.